Всем привет, друзья! Сегодня пришли в зал, давно не ходил уже, и сегодня будем подтягиваться 24 килограммами. Попробуем сделать на максимум. Может, даже МС возьму, я давно не делал, посмотрим, какой результат. Ребят, 24 килограмма, все честно, сейчас попробуем сделать. Я такой, короче, поел только что пельмени, килограмм засадил. Женек такой звонит, приходи быстрее на тренировку, а я через 5 минут пришел, у меня до сих пор пельмешки. Это еще плюс килограмм сверху, поэтому из-за Женька я могу не сделать. Они тоже весят 100 грамм. Это уже, короче, пошла в ход детская присыпка. И, кстати, пахнет она как клей ПВА. Все. Пишите в комментариях, как вам десочки на моей ласточке. Ну давай, дрищ. Он, короче, за то время, пока я бегал к окну, он гирю успел поменять. Там уже 8 килограмм висит. Здорово всем. Ну и что? О, 16, мастер спорта, братан. Семнадцать повторений почти, не дожал чуть-чуть. Мастер спорта есть. Наконец-то. Если что, 24 килограмма покажи, иди сюда. 24, как было, так и есть. Короче, если бы не вот этот божественный напиток, эликсир, так сказать, силы, бодрости и духа, и плюс еще он намазал себе руки, короче. Они сейчас подумают, что это химия какая-то. Скажут, ты химик. Это, ребят, БЦА, это просто БЦА. Нифига себе, смотри. Да, это обо что? Это я руку порезал, смотри. Ну да ладно, что там царапин? Это как? Засунул куда-то палец. Смотрите, кровяга. Я думаю, что такое красная рука. Ребят, Женек предложил сейчас отжимания делать от пола обычные. Ну, соревнования, типа, кто больше здесь сделает. Блин, не люблю я отжимания, но давайте попробуем. Wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something. You won't see me coming, I grow, I keep punching. I grow, I keep hunting, no, I need nothing. Supposed to be something so close to me, jumping, yeah. In the world's 70. Короче, у меня получилось 70, у Женька 71. Ну, технику сами видели, у кого как. Я свою не видел. Возможно, типа у нас у обоих косячная. Ну, сами, короче, оцените. Будем делать колесо. Это очень офигенное упражнение, но почему-то очень мало народу его делает. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Yeah. 21. Не-не-не. Ты ложись полностью. А я не полностью лег? Не, у тебя жопа кверху. Ниже. Я лег на пол. Вот. Только ты должен. Я технику не понимаю. Короче, ребят, сейчас я объясню сначала Артуру, как примерно выполнять это упражнение, и тогда он покажет вам, как это делается. Давай. Все, Артур уже как профи делает его.
keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, yo. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I don't really think I understand this world, nah. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal. So they compensate. Давай, не отрывайся от колеса, скажи ощущения свои. Да сложно, слушай. БЦА кока-кольная поддает тебе сил? Нет. А присыпка детская из коровьей. У меня трицепс забился. Из коровьей, чего там она? Из коровьей эякуляции. Чего? Ты меня досмешил. Из бычьей эякуляции. Я ржать стал, у меня руки расслабились. Вот если бы я не попил твоего БЦА, я бы смог выговорить. Но я вроде 17 сделал. Ну, для первого раза сойдет, типа, я никогда в жизни не делал. Да. Забивается трицепс очень сильно почему-то. Короче, такая тема, что мы с женой начали вести свой спортивный блог о том, как можно заниматься спортом дома с маленьким ребенком. Если, короче, если вам интересна такая тема, если вам интересно, как мы с женой занимаемся спортом, посмотреть на это, то переходите по ссылке в описании, Артур оставит ссылку. И наблюдайте. Так, ребят, сейчас будем рубиться в узком хвате, в жиме. Короче, мой вес 70, я делаю 35, половину веса своего Женька, 80 с чем-то, он делает 45, короче. Are we gonna play now, ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'm the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who... Ребят, короче, будем делать подъемы на бицепс 20 килограмм на максимум повторений. Сидя будем делать. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a racket like Crash. Top of my bracket I smash, hot like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. I've never changed my... I've always stayed the same. No. 35. Морис говорит, что я много сделал. Либо я пельмени поел перед тренировкой, я бы больше сделал. Раз 40 сделать 100%. Вряд ли. Смотрите, как легко идет. My thing. I don't look the other way, I stare that motherfucker straight. Don't care what they say, nah, everyone's the same. Don't get caught up in their games, just pick a lane and do your thing. I don't just wanna be great, I'll be the best. Make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed, bulletproof vest. Open my chest for that hate. 40. Я же сказал, кто считает, что Артурику надо подготовиться на соревнования на апрель 2019 года, пишите в комментариях хэштег Морриса на сцену. Посмотрим, сколько будет комментариев. Если будет 2000 хэштегов под этим видео с комментарием Морриса на сцену, Артур подготовится на апрель 2019 года. Не надо, не надо писать. Короче, слушай сюда, братишка. Будем делать присулю.
на максимум с весом. Вот тут на ноги повесил себе балласт. Вот такие вот. Мои дохлые икры, не надо смотреть на них. Они у меня растут, но потихонечку. Будем делать на максимум. Пресс уже устал. Поэтому давай-ка, ну, нормально все, чтобы было там. Rubbing on me, but I'm loving this. Блять, 20. Yeah, a body so tender, body so slender. Know that I'm a bender, never say never. I'm a go-getter, and I just met her. Baby, there's no pressure, just pleasure, yeah. She got a body like a diamond. It's one of a kind, and 4th of July, yeah. Summertime fine, yeah. One of больше, конечно, могу начать. Поясница устала. Сука, сделал. Здесь он меня обскакал. Это пельмени во всем виноват. Все, друзья, закончили мы тренировку. Женек сейчас будет продолжать тренироваться, а я уже пойду домой, потому что мы там сколько? 2 часа, наверное, да, тренируемся? 1.5. Вот, жесткая заруба, поэтому если вам понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на нас, ссылочки будут в описании. И увидимся в следующем выпуске. Пока!